Ну что, Андрей, ничего? Орлик, приехали. Тут ажиотаж целый. Народу очень много. Кто ловит, кто не ловит. Ну, мы приехали уже 2 часа. Чуть-чуть побудем. Я только опустил, где по тычке было, а камеру не включал. Народу сегодня вообще как никогда. Другому поиграем. Это я сам с собой, Андрюх, разговариваю. Не было и намека даже, да? Видишь, там что-то проскочило. Ну иди пока, да, я если что. Ладно. Пойду сейчас к бережку зайду, может. Такая. Ловлю.
просто лег. Ну вот, с 2 часов поймал. 3 штучки клюнуло, были поклевки. Ну, у 2 уже поздно приехали, уже ребята говорят, клев кончился. Так что, наверное, этот последний раз съездили на лед. Наверное, все, лед уже будет. На то воскресенье плохое. Всем пока.